Короче, ребята, с вашими этими конкурсами это целая история. Я уже тут разложил картину, разложил еще одну картину. Приготовился вам тут все показать. У меня тут есть ссылочка на конкурс, который мы делали, но почему-то ни хера не работает. Причем он реально работал. Вот эта вот ссылка, здесь у меня были, вот здесь перечислены все, вот кто писал комментарии вот к этому посту. И я не знаю просто, я уже тут гуглю, как провести конкурс в Инстаграм. Короче, все это, все приложения заблокированы. Вот эти все giveaways, всякие там in Instagrams, вот это все шляпу, можете мне не скидывать, оно все нихера не работает. Инстаграм их блокирует периодически, они сваливаются. Единственный способ, как я делал раньше, это вручную переписать все комментарии в Excel и потом сгенерировать случайное число. Это адский труд, потому что комментариев 1400. Так, ребята, все, я нашел сайт, мне подсказали любители сторис. Называется он очень смешно, Lisa on Air, это какой-то бьюти-блог, и, в общем, здесь есть рандомный выбор. Я уже его протестировал, и сейчас я вам сниму целиком видео. Так, ну что, пока я тут сражаюсь с Инстаграмом, Ваня уже все поставил. Опоры, стабик, усиленная опора КПП, стабик задний, усиление редуктора, тормоза. Да, в общем, сейчас мы еще тут отрегулируем подвесочку. А вот передние, смотрите, какие стоп-теч мощные. В общем, все тут, короче, будет на стиле у нас. Качай! На РБФ 600-очке. Оп. Все, хорош. Я Инстаграм свой обновлю, но он не грузит ни хрена. И телефон я уроню, ведь он не грузит ни хрена. Ну почему? Ну почему? Так, ладно, я не знаю, что делать с этим Инстаграмом. Ладно, покажу вам, пока из порошковой окрас вернулись наши крепежи все для электроусилителя, которые мы делали. Спасибо Сереге. Вот сейчас мы это все дело ставим на старт. Это вот сам крепеж Аура, который мы с вами точили, помните, фрезеровали на водорезочке. Вот, сегодня мы все собираем и еще снимаем у Старлита полуось и отдаем ее на... Точнее сказать, мы берем, сейчас снимаем одну полуось, стоковую, и отдаем ее нашим друзьям в Prototech, и они изготавливают из танкового торсиона мощную усиленную полуось.